12 декабря 2012 года. Он рассказывает. Сегодня утром в Сан-Франциско стояла радуга, как арка. Ее, ту, что душе так близко, я воспеваю, как Петрарка. Идет вселенная лишь к свету, старанием множества трудов. О сём 12-го с рассветом уведомили 7 цветов. А небо бирюза так манит, что в звездолету, а не в сани мы сядем, если захотеть, то можно к звездам полететь. Путь к свету начат. И поэт решил закончить свой сонет. Она. О, замечательный поэт, я полюбила твой сонет. Хочу его прочесть я вслух, и надо подтвердить твой дух. Прочти, поправь и дай совет, как изменить нам этот свет.